наших детей воскресного служения, которое называется «Две Марии». Две Марии в сад пошли очень-очень рано, но охраны не нашли, было очень странно. Большой камень в стороне, ангел светлоликий, ожидая тишине с новостью великой. Неуки заняты. Эй, у вас, похоже, стресс? Вы чего дрожите? Стой, Иисус воскрес! Кифе, расскажите всем его ученикам. Вася, поверьте. Хватит. Хватит плакать, нет слезам, радости им несите. Зачем пойти домой? На вас сейчас сказали, и вас резко. Ой, ой, ой! Вот это дедай! Но придет в их дом Иисус в новом славном теле. И спадет огромный груз в том святом апреле. Рыбу скушает и мед, даст потрогать раны. Проповедовать пошлет в города и страны. И пошлет в святом огне с неба силу духу. И пойдет по всей земле Божья движуха. Если веришь в высший флаг, Бог твое спасение, сделай к небу первый шаг в это же мгновение. Он ответ на твой вопрос. Оцени прощение Божие, Сын Иисус Христос, наше воскресенье.